Stern Motion 1.0, сборка 2022 года. Все печально, скажем так. Хотя у нас он на Шимане, здесь у нас стоит Альтус, здесь у нас стоит Турней. Такие вот монетки пластмассовые с пластмассовыми ручками. Значит, в чем история? Приезжает к нам клиент из Солнечногорска. Говорит, никто не смог ни в магазине Солнечногорске собрать, никто не смог ни в Москве собрать. Единственное, кто согласились даже в Твери, это мы. Доехал он до нас, и мы ему собрали велик. В чем прикол? Втулки перетянуты. То есть сначала в магазине собирали велосипед, потом собирали велосипед в какой-то там мастерской и собрали так, что втулки перетянуты, ничего не крутится вообще. Тормоза не обезжиренные, рубашки-тросики, видите, как мы перекидываем красиво, чтобы они не цепляли раму. Там этого ничего не сделали, настроили таким образом, что, к сожалению, нифига ничего не работает. И вот он к нам привез, мы его собрали, даже мы здесь каретку открывали, то есть мы разбирали шатуны, вытаскивали каретку, смотрели, что с ней, потому что, по его словам, что-то там подхрустывает, потрескивает. На самом деле все хорошо. Педали вот такие вот большие, не знаю, это родные в комплекте или нет, или отдельно покупались. В общем, из проблем, что мы здесь имеем? Во-первых, во втулке надо было добавить очень много смазки. К сожалению, смазки недостаточно, втулки очень сильно затянуты. То есть вы берете, просто снимаете колесо, любое, переднее, заднее, берете за гайки, не за эксцентрик, а за гайки, крутите. Должно крутиться хорошо, если крутится плохо, значит, есть проблемы с протяжкой втулок. Вторая проблема, то, что мне не понравилось, передняя звезда, она, короче, достаточно сильно кривая, она люфтит. На самой большой звезде, если не сильно нажать на ручку, не до упора, переключатель встает как-то нечетко и иногда подчиркивает, чиркает. Звуки у нас такие чиркающие большой звезды, а рамку переключения. Ну, конечно, рубашки-тросики вот мы перекинули. И вот эти пластиковые рукоятки, видите, они вообще не герметичные. То есть здесь такие огромные щели, туда может попадать и песок, и вода, и все что угодно. И механизм потом достаточно быстро выходит из строя. Плюс пластиковая ручка, переключение передач. То есть, ну, ненадежная вот эта конструкция, к сожалению. Вот, не знаю, сколько сейчас стоит такой велосипед. Видите, как выдавливает масло. Нужно постоянно протирать ноги, вилки, вот эти хромированные ноги, чтобы там не было песка, чтобы не было ничего вот этой грязи. Потому что иначе все это заржавеет. Ну и вот в комплекте, видите, продают защиту. Это хорошо. Не знаю, сколько стоит. У нас она стоит 100 рублей. И продают вот такие вот крылья. Не знаю, сколько они там стоят, у нас они стоят 600 рублей. В комплекте переднего, кстати, нету. Видимо, его не поставили или не сняли. Вот, так что сидушка, кстати, тоже не родная. Так что проверяйте велосипед после магазинной сборки. Даже если он собран в мастерской, даже если он собран в 2022 году, все равно качество сборки, к сожалению, хромает до такой степени, что люди приезжают аж из Московской области к нам в Тверь, чтобы мы помогли немножечко велосипед собрать и донастроить.